На финансирование программы развития промышленности в Башкортостане направят без малого 600 миллионов рублей. План, рассчитанный на пятилетку с 2019 по 2024 годы, утвердил региональный Кабмин. В его рамках предусмотрена подпрограмма развития промышленного потенциала РБ, на реализацию которой потребуется 365 миллионов выделенных средств. Ее задача состоит в создании новых производств, возрождении и развитии народных художественных промыслов. Отмечу, промышленность на сегодняшний день формирует 37% валового регионального продукта республики, обеспечивает занятость каждого четвертого работающего жителя, формирует около 80% прибыли, а также 46% налоговых поступлений в бюджет региона.